Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы свяжем, покажу вам, как вязать овальную основу для наших текстильных корзиночек. Для любой корзиночки овальной формы основу донышко. Вяжем цепочечку из 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот цепочка. И первый ряд вяжем столбиком без накида. Вот наша первая петелечка. Начинаем со второй. Вот эта петелечка у нас будет петлей подъема. Со второй петли начинаем вязать столбиком без накида. Восемь столбиков без накида. Осталась у нас последняя петелечка, из нее мы вывязываем 3 столбика без накида. Два, три. Здесь вот мы затянем хорошенечко эту ниточку, потом ввяжем. Три, вот он. Один, два, три. Поворачиваемся и напротив наших столбиков вяжем в другую сторону сюда. Те же 8 петель. Семь, восемь. Там, где у нас была петля подъема, вот ее видно. Из нее мы вывязываем 3. 1, 2, 3. Снова поворачиваемся и вяжем ровненько. Опять вот эту сторону вяжем ровно, вяжем узором галочки, как мы вязали круг, то есть в петлю ниже. Мы крючок засовываем не в петелечку, вот как обычно, не вот не сюда, а сюда, как бы вот в эту галочку. Так, 8. Теперь мы дошли до нашего уголка, где у нас есть 3 петли. Из каждой из них мы вывязываем по 2 петельки. То есть делаем добавление. Всего у нас будет 6 петель. Раз. Два. И 3. Вот он получился, наш полукруг. Вот он начинается в центре. И так вот он идет полукругом. Далее до следующего полукруга опять вяжем мы узором галочка. По сути, это столбик без накида, но только в саму петлю. Пока их у нас 8, как и было, потом они немножечко у нас будут добавляться, эти средние петли. Так, вот последняя. И здесь точно так же. Вот мы видим наши 3 петли, и с каждой мы вывязываем по 2. Два. Второй полукруг. Видите, у нас остался. И вяжем опять ровненько. То есть добавления у нас будут только в этих двух полукругах. Если так присмотреться, то это по сути круг, который мы разделили на две части вот этими 8 петельками. В итоге у нас получится вот такая вот овальная корзинка. Так, доходим до наших добавлений. Здесь нам нужно добавить 3 петельки, то есть
каждом полукруге мы будем добавлять 3 петли. Из первой петли я делаю добавление, вторую и третью я провязываю без добавления, из четвертой делаю добавление, пятую провязываю, из шестой делаю добавление, делаю 2. Раз, два. Вот они, 1, 2, 3. Здесь у нас 2 петелечки между ними, здесь 1. Далее мы будем эти петли между добавлениями чередовать в шахматном порядке. Дошли мы до наших добавлений. Вот наш полукруг, 2, 2, 2. Снова добавляем петлю. Из первой вывязываем 2. Потом 2 провязываем нормально, не добавляем. 3. Из четвертой вывязываем 2. Пятую провязываем, не добавляем. И шестой вывязываем 2. 2. Далее вяжем ровненько. Вот видите, уже наш овал начинает вырисовываться. Далее вяжем ровно. Так, дошли до уголочка. Вот были наши предыдущие добавления. Теперь я поменяю их местами. Там, где было добавление, провяжу эти 2 петелечки. И следующие сделаю 2. Раз, 2. Одну петлю провяжу, не добавляя. Из этой сделаю 2. Далее одну петлю не добавляю и из этой делаю 2. Сейчас я вам покажу. Вот это добавление, тут провязываю просто 2 петли, ничего не добавляю. То есть добавление я сместила, посмотрите, вот где были в предыдущем ряду, тут у нас не добавляю, потом добавление сместила от этих предыдущих. Вот это получилось здесь. Пока на первых рядах это сложно как бы сместить пока так, чтобы не попало. Но потом в дальнейшем мы будем их смещать как бы в разные места. То есть в каждом ряду у нас 3 добавления, но мы стараемся их расположить там, где не было в предыдущем ряду. То есть между этими добавлениями предыдущего ряда. Чтобы не получилось у нас острых углов. Следующую сторону вяжем точно так же, как и ту. И так по кругу вяжем до нужного размера. Запоминаем, что в каждом ряду мы добавляем 3 петли. Вернее, их всего 6, но на один полукруг 3, на второй полукруг тоже 3. И не забываем их смещать. То есть четкой схемы на это вязание как бы нету, их просто нужно смещать, но не более 3 добавлений, потому что не получится круг, ну полукруг. Раз, 2. Вот так, теперь следующий ряд. Я вяжу точно так же. Боковушечки вяжутся ровно. В этих полукругах мы просто делаем добавление. Вот сейчас давайте, если посмотреть, у нас было здесь, здесь и здесь, то теперь я сделаю, допустим, здесь, здесь и здесь.
Потом в следующем ряду я опять же это все дело смещу. Сейчас я свяжу побольше и вам покажу вот эти вот смещения и как оно выглядит. Вот смотрите, что у меня получилось. Сейчас я вам вот так вот попытаюсь приблизить и показать вот эти добавления. Вот видите, они все в разных местах. Вот оно. Подождите, вот, вот. Видите, все разбросаны. Не располагаем их напротив себя вот так вот, как уголочек в квадратике. Все разбрасываем, но добавляем всегда 3 петли. С другой стороны точно так же всегда добавляем 3 петли. И так вот продолжаем вязать по кругу до нужного нам размера, до того момента, когда мы уже видим, что нам достаточно, нам хорошо и хватит этого. Ну вот и все. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.